Так, ребята, получили мы пакет. Будем сейчас с вами вместе распаковывать. Посмотрим, что там внутри. Посмотрите, сколько мы душ-гелев купили для мытья. Кот! Сейчас подождите, я все вытащу и покажу вам, сколько мы купили. Это сильно много. Я не знаю, для чего нам столько много, но как акции мы не можем просто их, эти акции пройти, мимо этих акций пройти. Вот у нас тут получается 6, 12, 24 вот такого вкуса. Тут алой и не знаю, что это такое, какая-то трава, я которую не знаю. А тут у нас получается сирень с ванилью. Тут у нас тоже получается 8 пачечек. Вот опять пришла нам посылочка. Я сейчас открою, посмотрю, что внутри. Я даже не знаю, что тут может быть. Посмотрим, что внутри. Тяжело упаковано. Наверное, сейчас посмотрим. Ну, я это точно не заказывала. Смотрится, как какая-то маленькая камера. Точно не знаю, что это такое. Может быть, для сада какая-то камера. Ну, спрошу, что это такое. Расскажу вам попозже. А нам опять посылки пришли. И будем распаковывать, что же в них внутри. Так сильно запаковано. В этой посылке вот такая камера. Мы уже такую выписывали в этом месяце, и еще вторую выписали, потому что нам первая очень понравилась. Мы первую дали родителям, у них есть собака, и с такой камерой хорошо за собакой наблюдать. Если тебя, например, нету дома, ты можешь посмотреть, что твоя собака делает. Так, вот это еще в посылке. Тут у нас вот такой рутер. Нам надо было новый купить, потому что у нас интернет всегда уходит. И у нас нашему рутеру уже 7 лет, и надо заменить рутер. А то если дома работаем и без конца интернет уходит, тогда это не очень хорошо. Так, что вот в этом маленьком пакетике? Так, посмотрим, что у нас тут внутри. Тут внутри у нас такая штучка, которую можно в компьютер включать, и ты можешь потом туда мышку подсоединять, тастатур подсоединять, и да, вот такая штучка это. А вот в этой посылке у нас вот такие кабеля. Это зарядка для телефонов, зарядка для вот этих книг, ну вот эти электрические, электронные книги, ну короче, зарядка для всей техники, которая сейчас есть. И у нас просто почти в каждом рюкзаке вот такие вот кабеля лежат, потому что если мы уезжаем куда-то, чтобы не с места на место их перекладывать, они у нас все лежат, и несколько у нас куда-то пропали, может быть, мы их где-то забыли, и вот купили 3 новых штучки. Опять открываем посылочку, смотрим, что там внутри. Так, они сильно упакованы. Тут не только вот эта клейка, еще нитки какие-то, получается, чтобы не распалась она. Так, открываем и смотрим. Да-да-да-да! Опять у нас получается душ-гель для мытья.
Но я хочу сказать, мы не так сильно воняем, что мы так его много покупаем. Просто это была такая акция, и мы решили, почему по акции не купить нам немножко больше душ-геля, если он такой дешевый был. И мы купили его. Тут у нас получается 4 пачки по 6, 24 душ-геля со вкусом кокос и какао. Это, между прочим, мой самый любимый вкус. Он очень-очень вкусный, тем более для лета. Так, посмотрим. Этот же, который я всегда покупаю. Да, он. Я пока тут мастерю, и нам пришло 3 посылки. Я хотела с вами их открыть. Вот первое. Ну, я вот тут уже открыла, чтобы имя не было видно. Посмотрим, что тут внутри. Тут внутри у нас... О, огоньки. Огоньки для улицы. Ну, когда я буду наш сад или нашу входную дверь украшать, я вам покажу, как я это делаю. Я каждый день, каждый год украшаю огоньками все. И мы вот в декабре каждый день включаем эти огоньки. И очень классно. Я хотела некоторые огоньки заменить, потому что им уже пару лет, и они сильно много энергии берут, и поэтому мы хотели их поменять. И вот первая пачка пришла, которую мы заказали. Классно. Ну, потом покажу, когда распакую, как они горят. Потом я заказала себе для моего хэнди вот такую штучку, потому что у меня сейчас одна есть, но я с ней не могу и снимать, и не, ну, когда я снимаю, мне надо ее без конца убирать, поэтому я вот такую простую взяла, чтобы мне ее не надо было снимать. И вот еще одна третья посылка. Сейчас откроем, посмотрим, что там внутри. А тут у нас бумага. А, зубы. А тут у нас новый хэнди. Этот новый хэнди, но он мне не нужен, потому что мой хэнди еще так хороший. Мне надо было просто новый фартрак. Фартрак, как это по-русски? Ну, посмотрю, скажу, как это называется. Но новый фартрак мне заключить надо было. И к этому фартраку давали вот такой хэнди, и я его взяла. Но мы, наверное, его отдадим, может быть, маме или папе. Посмотрим, кому нужнее такой хэнди, то мы отдадим. А нам посылочка пришла. Ну, это такой магазин, где спортивную одежду продают. Или там... Ну, все, что для спорта нужно. И вот мы заказали тут мужские ботинки. Это ботинки, чтобы можно в лесу гулять можно. Например, зимой, если там слякоть, листья, заморожено все, снег лежит, или осенью листья и грязь. И можно вот в этих ботинках хорошо по лесу гулять.